Мы не чистим днище. Вот так оно после зимы вышло, слегка грязное. Так и начинаем работать. Через день-два все будет блестеть. Засоренная, одна зелень не летится с гнетителя, ну кидает, все нормально. Вот такая здесь пшеница. Первый день сегодня выехали. Поле было вообще бросовое, и молодой парень вырастил тут, ну, сеял. Что получилось, то получилось. Ну ничего, захватывает и клавиши, выбрасывает. Сзади летит не солома, а зелень. С измельчителя. Ну какой тут может быть урожай? Ну все равно сыпет в бункер. Хозяин этой пшеницы Женя молодец, взял бурьяны, были выше него ростом, он вот так где-то до 2 метров ростом, ну такие бурьяны были, ну ничего, еще пройдет годик-два, и тут будет колоситься настоящая пшеница, верно я говорю, Женя? Скажи, будем стараться. А я не смотрел, что там. Ну, машину-то
если в бункер войдет, и чуть-чуть добавишь машину, правильно? Ну, я тебе скажу, я даже не ожидал, что такой будет, ну, в смысле, намолот. Да, ну, она вообще с весны пока сошла. У многих так, в стадии шила зимует. Ну да, ну так даже и пшеня не зимовала. Ну ладно, успехов, я заканчиваю съемки, и в дальнейшем тебе трудись. Трясет поперек трактором по сырой земле весною, разбрасывали удобрения, полей понаделали. Ну ничего, работает. Комбайнера покатался, как тебе, понравилось на комбайне? Да. Расскажи впечатление, что ты там интересного побачил? Там косилы, и там зерно осыпется, да? Да. В бункер, да? Да. И ты побачил, как оно осыпется? Да. Ну вот. Подрастешь, приходи к нам помощником. Вот дядя Артем возьмет тебя помощником. Только надо школу закончить и учиться хорошо. Если будешь погано учиться, то на комбайне ты не сумеешь работать. Хорошо. Ну давай, обещаешь, да? Да. Молодец. Ну ждем тебя, давай. Друга заснял, да. Ничего. Гидроцилин лежит уже лет 10 специально для выброса трубы. Выгрузной, а мы все вручную. Ну двигатель аж прямо говорить больно. Да вот, дядя Ваня пусть тебя, я снимаю, сейчас я скажу. Дядя Ваня, подсади, хочет посмотреть, как будет сыпаться зерно. А вот надо подержать. Ну ладно. А, хорошо, он Женя сейчас. Вот это интересуется парень. А, так двигатель. Все-таки я впрыск на полградуса подвинул чуть пораньше. И пошло дело лучше, заметно. Да, ну и было нормально. Ну, чуть-чуть попозже поработаем, я снова поставлю на среднее положение, как оно было. Что там такое? А. Ну перерыв сделаем.
близко машина подъехала. Такой зелени еще и зерно вымолотилось. А то Тимур будет комбайнером. Ему интересно и зерно посмотреть, как сыпется, и как в комбайне, чтобы он проехался.